мужская раздевалка, и, соответственно, есть люди. Бассейн, я имею в виду. Вот здесь вот душевая. Вот здесь можно в теннис поиграть. Здесь играют в теннис. Нормально шашлыки жарят тут, без меня. Ох, нифига себе. Вот это да. Всем привет! Вы на канале Риттер ТВ. Сегодня у нас влог, обзор. Я хочу вам показать наш центр в Дании, где мы отдыхаем. И хочу его порекомендовать и посоветовать. Хочу сегодня обойти все и показать вам, что в этом центре есть. Центр называется Лемминг Центр или Фериен Центр. Ну или как по-русски сказать, более как турбаза это. Дальше, друзья, кому интересно, смотрите дальше. Всем приятного просмотра. Я стою прямо у входа этого центра или въезда этого центра. За ветер сразу извиняюсь. Может быть шумно, может быть кое-что непонятно будет. Но я постараюсь от ветра, как говорится, противоположную сторону снимать. Ну и покажу вам, потому что здесь я уже пытался не выбирать, никак не получается. Дания – это постоянный ветер. Так что извиняйте сразу, если кому не нравится, переключайтесь. Ну а кому интересно, смотрите дальше. Вот весь план. Вот так отойду, думаю, лучше будет. Здесь у нас, например, для детей сделана детская площадка. Здесь у нас идет бассейн, душ, сауна, короче, все дела. Здесь также для детей сделано. Здесь в волейбол можно поиграть, в теннис поиграть. Первая парковка, вторая, здесь парковка, и здесь парковка тоже есть. Третья парковка вон сверху получается. Ну и, в принципе, вот оно, море, где можно плавать. Здесь стоят яхты. Но об этом я покажу в дальнейшем. Здесь получается, что у нас? Вот мы сейчас находимся здесь спереди. Вот они все дома. Красные это дома. Вот здесь, в этом доме, живем мы. Вот здесь живут родители. Как-то вот так. Кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите. Ну а мы продвигаемся дальше. Вот он заход, заезд. Здесь вот парковка, как я уже говорил. И березочки. Посмотрите, какие березочки стоят. Ну и деревья, вы посмотрите, все в одну сторону нагнутые. Почему? Да потому что, как я уже и говорил, здесь конкретный ветер, постоянный ветер. Но березоньки все-таки красивые. В принципе, идем дальше. Сейчас первые мусорки. Я не знаю, может быть, кому-то и интересно будет. Сейчас покажу. Здесь они тоже все сортируют. Вот здесь все описание. По-немецки тоже написано. Здесь, конечно, для общего мусора вот эти зеленые. Вон там вон банки, жестяные банки. Вон, смотрите, сколько банок. По идее, они все сдаются, но их никто не увозит. Вот картонка. Вы представьте, сколько там банок. Их можно сдать. Посмотрите в предыдущих роликах, там у меня будет ролики, где я о магазине говорю, рассказываю о ценах. И сдавал также такие те же бутылки, которые я здесь использовал, банк, я имею в виду. Ну а вот, здесь для газет, для бумаг, там для картона, а вот здесь вот идет для стеклянных бутылок. Стеклянные бутылки здесь не сдаются. Здесь пепел кидают из-под
камина. Так что все идет. Вот смотрите, да, все у них там чики-чики, как говорится. Чистые люди, дончане. Так, мы пойдем сначала здесь посмотрим. Вот он батут для детей. Здесь можно детям попрыгать. Еще раз сразу говорю, извиняюсь за ветер. Смотрите, какой батут. Довольно-то прочный и хороший. Риттер ТВ с вами. Каски думаю, что ли? Вот такая вот здесь. Для детей, как говорится. Все для детей сделано. Прикольно. В общем, здесь я стою у ресторана. Ресторан называется Марина. У этого ресторана. Но он сейчас закрытый. В данный момент здесь сезон закрывается 1 октября. И все. И на этом. И они уходят в отпуска. Так что ресторан не работает. Ну, кто здесь пораньше приезжал, мы разговаривали, кто раньше был. Тут те говорят, что очень хорошо кормят и стоит, ну, короче, цены в разумных пределах, как говорится. Здесь мы сейчас находимся возле сауны, бассейна. Я не знаю, я сейчас пойду, зайду, посмотрю, если никого не будет, засниму. Если там люди будут, то заранее извиняйте, потому что сами понимаете, как я буду там снимать, когда люди находятся там. В принципе, вот здесь вот так вот заходишь. У каждого есть свой чип. Вот такой вот чип. Его сюда прилегаешь. И все, можно заходить. То есть каждый может сюда зайти. Народу, конечно, много. Вот здесь вот мужская раздевалка. И, соответственно, есть люди. Бассейн, я имею в виду. Вот здесь вот душевая. Вот такая вот. Сейчас я покажу вам сауну, где мы варимся. Вот здесь ее включаешь и пошел. И вот она, сауна. Ой, как тут тепло. С ветра. Здесь никто, конечно, не подливает. Видать, только включили. 65 градусов. Но она, как видно, красная, нагревается. Вот здесь мы каждый вечер паримся. Ну а бассейн я уже сниму сейчас снаружи. Снутри не буду снимать, так как, сами понимаете, люди будут недовольны бассейне снимать. Короче, выходим. В принципе, здесь вот так же идет парковка перед бассейном. Но мы сюда никогда не приезжаем на машинах. Сюда идем пешком, потому что тут ехать недалеко. В принципе, вот он, сам бассейн. Надеюсь, вам будет видно. Внутри не буду снимать. Проблем не нужны, да не более. Кто захочет себя в трусах, там, в купальниках, чтобы его снимали. Вот такой вот бассейн. Там есть и джакузи, и вон ограничения. Для тех, кто чтобы плавал, кто хочет спокойно поплавать, ну и для детей, соответственно, есть. Сам бассейн 1,65 м глубиной, ну а повыше, там, пониже там идет уже для детей, там то ли 1 м, то ли 90 м. Короче, вот так вот получается. Короче, идем дальше. Здесь можно поиграть в волейбол, там дальше можно поиграть, я думаю, это как тоже мини-футбол, как-то вот так вот, я не знаю, как даже этот вид спорта называется, либо хоккей на траве, либо чё, кто знает, напишите в комментариях. Вот здесь можно в теннис поиграть, здесь играют в теннис, сейчас закрыто, но с ключом можно зайти тут.
Здесь вот такое место, где можно посидеть с компанией, костер пожечь, ну и в принципе мясо пожарить. Вот такое вот местечко. Даже трава здесь лежат. Смотрите, как они беспокоятся о людях. И смотрите, хорошие дровишки. Березонька. Обалденно вообще. У меня даже таких дров нету. Вот бы мне для печки что-нибудь приготовить. Хочу пожрать какое-нибудь блюдо на таких дровах. Это бомбически получается. Здесь можно в шахматы поиграть. В принципе. Конечно, когда погода есть. В это время, в октябре, в ноябре, конечно, уже холодно. И ветра еще сильные. Сами видите. Даже, я думаю, вы слышите. Ну и, в принципе, там у нас идет футбольное поле. Там вот, как я говорю, можно футбол поиграть, погонять. Но за неделю, то, что я здесь, еще не видел, чтобы кто-то футбол гонял. А там даже баскетбол можем вон поиграть. Я даже этого не видел. В основном люди ходят в бассейн. Он бесплатный, этот бассейн. Сауна бесплатная, поэтому люди туда ходят. Вот это Данлан. Но здесь их там приборы стоят, все для уборки. Для всего остального. Лембик Ферин Центр. А, здесь ключи можно получать. Здесь некоторые бронируют. Вот мы познакомились здесь с Александром. Он приехал со своей семьей. Он, конечно, сейчас уехал уже. Но ключи они получали здесь. Им сказали код. Набираешь код. Открываешь, короче. И все. И там лежит твой ключ от твоего дома. И все, и заходишь. Мы были в самом центре. Ездили и забирали ключи там. Вы это тоже все видели в видео. Или увидите видео. Потому что я не знаю, как чередовать, как выпускать видео свои. Но по-любому я пытаюсь все для вас заснять и все вам показать. Здесь, в принципе, также идут мусорки. Опять та же самая схема. Ничего не меняется. И здесь уже пошли жилые дома. Вот они, эти комплексы идут, жилые. Вот ты их можешь вот так вот арендовывать. Все. Например, наша комната, или наши две комнаты, да, у нас две комнаты, кухня просто полностью обошлась нам в 209 евро. И это за свет еще отдельно придется платить. За свет отдельно придется платить, ну, 209 евро на неделю. Здесь какие-то джунгли. Не знаю, я здесь еще не был. Вот вместе с вами иду сюда. Здесь так выкосили. А что там, непонятно. Палатки нельзя ставить. Огонь тоже разводить нельзя. А зачем она надо? Это, наверное, так чисто просто погулять. И даже здесь... Везде растения, и здесь ветер. Да, здесь какие-то ходы, вон там ходишь просто, типа, джунгли зовут, мы туда не пойдем. Я думаю, ни вам это, ни мне это не интересно. Снимать буду, все равно перемотаете. Или сейчас найдутся люди, которые скажут, ты че не заснял? Показал бы нам. Короче, продвигаемся дальше. Вон там вот спереди, как раз куда я показываю, 174 дом. Это наш, который мы арендовывали, в котором мы живем. В принципе, я им доволен. Вот. Ласточка наша стоит, отдыхает. Я на ней уже никуда не ездил здесь. Как приехал, так и оставил. В принципе, вот здесь у нас тоже так же мусорки. Это, считаем, в нашей стороне. Вот могу говорить, потому что здесь мы, конечно, арендовали. И здесь мы живем. Сейчас пойдем
за этот комплекс назад, покажу вид оттуда, как там это все выглядит. Там тоже очень красиво. Но сразу говорю, извиняюсь за ветер, за шум. Ничего уж не поделаешь. А заснять надо. Потому что вот эту вот красоту, и о чем я вообще говорю в своих роликах, хочу и вам показать. Весь этот центр. Может быть, кому-то интересно будет, может, кто-то собирается и именно не знает, куда ехать. И вот как раз для этого я снимаю это видео. За домами получается. Есть такой момент. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Это тоже, когда погода, конечно, хорошая. Столики. Можно мангальчик поставить. Также в шашки поиграть. Посидеть. Пивка попить. Короче, отдохнуть от души можно. Вот так вот. Стоят трейлеры от яхты. Вон там вон клуб яхтовый. Они там собираются, гудят, короче, празднуют, отдыхают, выплывают. Вот их не все трейлеры стоят. Тоже прикольная штука. Кстати, вон там я живу, в том доме. А вон там это, соседи. Андрей грилит как раз со своей семьей. И родители там. Вот так вот сейчас подойдем к ним. Контент на ровном месте. Всем привет! Нормально, шашлыки жарят тут без меня. Ох, нифига себе! Вот это да! Я тут главное хожу, работаю, видосы снимаю, да, они тут грилят без меня. Нормально? Я, короче, пошел дальше. Сейчас засниму и как раз он пожарится, приду, приготовится. Все, хорошо, всем пока. Вот так вот, видите, смотрите, на ровном месте. Иду, снимаю, они тут шашлыки жарят без меня. А я, видите, работаю, даже в отпуске работаю. Все для вас, друзья, хочу вам все показать.